Ну, надо, наверное, всем команде рассказать, чтобы не было вопросов, в чем мы здесь сидим. И чтобы все не убегали, как в Никуда не прошлый идем. раз. Нет, Да, ну, и это... истерик не было. Давайте сейчас Вы всем главное, объявим. скажите всем своим, чтобы они никуда не дергались, просто расселись по машинам, там собрали медикаменты, Да. патроны уже и ждали. В зале, что им делать? А я по ДВ скажу вам. По машинам это уже там определимся на месте. Да, там на месте уже. Все понятно. Паша Рунов, Голос Влад 2. Так, что тут у нас осталось? А? Так, браво, я так понимаю, здесь осталось, да? Ну, в общем, план у нас пока... Будем сидеть ждать, пока не появится маркер. А в это время все там лутаются, готовятся, собираются возле машин. Чтобы, если что, сразу сняться и поехать. Вот и все. А где у нас спаун? На базе, юго-восток. А, все увидел. А где враг? У тебя за спиной. А где спаун? У ворот. Что ты подрубил, знаешь? А техника у нас какая? Армата. Техника у нас танк, мишка и газики транспортные. Ну, я так понял, моя группа на этом, на грузовике поедем. Да, Паша? Там все поедут на грузовиках. Там, на танк же не залезть вроде никак. Нет, наверное. Да и не надо. Вы хотите сгореть? Будет красиво, но не надо. Ну и танк, конечно, надо поберечь будет. Танк. То есть надо его как-то охранять, наверное. В город не будем его заводить. В принципе, я еще думал, если где-то на западной части города, можем вот этот как раз холм, где замок занять, и оттуда обрабатывать город. Оттуда все видно. Где замок? Видно город. А у них против воздуха что-нибудь есть? Да, у них стрелы. Три стрелы. Они же вроде еще Урал зову. Да, и Урал зову. Да. СПГ, Урал зову. А Мишка пикает? Ну, Урал зову, это если... На нее не пикает. На окраине где-то. Почему не пикает? Это же имба. Нет, там ничего не пикает у Мишки. Печально. Имба это тунгуш. Так что не забывайте откидывать эти ловушки. От зушки это не поможет. Зушка-то понятно. Но и зушка, как бы, если там лох сидит, он не попадет. А он сейчас может услышать этот стрим, увидеть, обидеться и попасть. В Джордана. Вот поэтому, Паша, нечего стримить. Да. Рикошетом там от вертолета. То есть они сейчас знают весь наш план, да? Нет. Да, сейчас вот полчаса. Я о чем и говорю, Паша, сейчас не полчаса. Надо эти стримы, надо выключать все это. Нет. Нет, планы не узнают минут через 10. 30. Ну а да, дайте же, Паш. Плюс они могут знать передвижение отряда. Смотрите, представим 5 минут. План мы еще не рассказали.
Грубо говоря, все, что было сказано по поводу плана, это то, что мы сидим на базе. Это не план абсолютно. Ну, тем не менее, это вот сейчас пошло. А следующая миссия, вот ну, там следующая. Все уже будет вообще ясно. Че, где мы сидим и вообще где, куда бомбить надо, куда стрелять. Я для полноты эффекта поставлю на себя метку в общий канал. Я в тебя гранату кину. Это очень интересно. Гейминг получается, когда на тебя целый отряд идет, гранатами забрасывают и отстреливаешься. Да. Так, они что там готовы, нет? А, готов. Сейчас я пойду. Наконец-то. А может я схвачу Слушайте буху... своих командиров. И буду просто да, издалека по городу наугад лупить? Нет. Там поехали. Метка на этого будет стоять, поэтому нам наугад ничего не надо. В принципе, стараться. Просто приехать туда без потерь, убить всех. Может, стартуй. Не запускай, там еще люди заходят. Пусть заходят. Так, а боты не пропадут? 5 минут. Летает. Какая там КВС? 7-я? Да. Да. Тандемно-кумулятивный. Вот зачем он здесь? Нахрена есть рюкзак? Мне этот рюкзак дать? ПМ. У меня есть рюкзак, добираться. Да. Кто меня искал? Кто залез? Лишь. А чё, у нас медика не было, да? Нет, а, вот, надо, чтобы зашёл. Я вижу. А можно свистнуть у кого-нибудь оружие? Попробуй. О, ништяк. Да. Привет, товарищ. Да, здорово. У кого-нибудь есть рюкзак? Парни ПНВ можете скинуть. Поздно. Поздно. Есть РПГ. Я могу к себе скинуть что-нибудь? Нет. Просто патроны как для калашика нужны. А дальность прорисовки выйдет. Настраивать можно? Да. Отлично. Так, Трёх, да? А нет, о, 4. Я пойду вот так. Так, здрасте. Вы называйтесь, как говорится. Сегодня мы вас брали на дальний. У ботов нельзя драть роботов. Хватит Джо, ботов пойди. Раздевать. Паша, слушай, я забыл сказать, что в газиках там лежат стрелы, короче, их надо выложить на базе. Паша, можно они врагу не попали? Игроков. Я вот, РПК. Что он сделал? Ты говоришь? РПК можно отобрать? Жопа. Я попробую. Не убивай только, иначе потом проблема будет. О, азиат. Так, УАЗик, иди в УАЗике. Джордан, каких УАЗиках? Я что-то не вижу УАЗики. В грузовиках, Паша, в газиках. Понял. Виснули, что это за МСВшные или чьи они там? Пычейные тракторы, что это такое? Мишка на связи? Хорошо. Как эта машина называется? Танк на связи. Проверка. Слышно. А у нас армата, а у вас нет. Кто стингер скинул? Кто скинул? Скидывайте, не надо в этих ГАЗ-66 оставлять в грузовиках стингера, иначе нашу вертушку собьют из нашего же грузовика, возьмут и собьют. Да. Нам это не надо. Или если... установки выгружаете, а или ракеты выкиньте. Стрела. Просто. Просто можно не вернуть. А, есть у них? Да. Я такой. Алло. Слышно. Народ. Вы на этой борщи. Да, прием. Это Мишка, мы на ДВ. Обменяю калаш с ПСО на калаш с механикой. Предложение ограничено. С ПСО? Иди ботов полутаю, я. Да, у ботов есть. Как маленький, ебал. Стой, вот калаш с механическим ПСО. Можешь ПКМ взять у этого? Чарли на связи. Не надо. Вместо этого. Будет снайпер пулемет. Так точно, на связи. Снайпер пулеметчик. Да, пулеметчик. Чарли на связи, блядь.
Принял. Я залутался, как бы все выкинуло. Были бы вал. А как с него взять, чтобы не убивать его? Через левый. Правый, левый. Снаряжение. Берешь. Паша. Че. Слушай, это я еще вспомнил. Присядь, пока поговорить надо. Можете план составлять. А куда мы садимся? В отделении, там есть в каждом отделении гранатометчик с РПГ-7. Она как бы нам не особо нужна, техники у них нету, тяжелой. Их лучше скинуть, я думаю. Потому что, чтобы если их захватят, наш танк не выбили. Вы можете эти обычные одноразовые взять, их там в грузовике. Очень хорошо седьмую штурмовать. Ага. Ну, сначала выстрелил в дверь. Там были эти, как осколочные, их там нету у них снаряжения. Это достаточно, вот, когда стоят у двери, особенно, если это на стадионе будет дело, снаряд туда на стенку впуляешь и... Они уже, как я понял, заняли позицию. Не-не-не, там, это респ у них, заняли они еще, да. Окей. Ну ладно тогда, Паша, хорошо, оставляй, если хочешь. Ну смотри, чтоб не попали в руку. Да, попадут, 18-е попадет тоже танк. Не, 18-е, а ничего, у него динамическая защита, ему ничего не так нужно. Так и кумулятивка, там у нас какой танк? Там тандемный, там, у вас, видишь, тандемные есть снаряжения, они-то жесткие. А я выкину. Тандемка зачем? Ну, тандемная выкинула. Типа говна. Нет, это обычная эсэсская, по-моему. Ну чё, идите, садитесь в машины тогда, я, Паша, с вами поеду, наверное. Да. Вы как в кое? У нас открытый газик. Последняя. Всё, хорошо. А, у нас открытый? Так, мы берем открытый газик 66, загрузимся в него. Браво. Вообще, если умеешь доп-каналом пользоваться, можно сразу на двух. Репит первый возьмёте, крытый. А вот чё? Газик крытый возьмете первый? Да, хорошо. Все. Наш, да. Черлик, закрытый газик. Борт красить. Не, вопрос только другой, почему у нас командир черный? Он должен быть черный. Ты расист? Да, она есть. Нет, просто черные помирают первыми, и... За это можно было не радоваться. Это стереотип. Но он-то поедет с нами. Ты на этом сервере первым умираю я. Ты Кочегары знаешь? Вот, он черный, как уголь. А он не умирает. Вообще никак. Я знаю, это еще терпит. Там три обоим с Калаша вместе его собирают. Так, Браво готово выдвинуться. Пенел. Чарли в машине, ожидая наказания. Заглушите движки пока. Знаете, кто умеет первым? Сколько времени танк. Старта миссии прошло? Вы же там сидите, Верес и Каркарич. Минут 8, уже 5 точно прошло, минут 8 прошло, да. 6 минут где-то, часы показывают игра. А почему ЗРК? Круг изменится. Уже трет у нас. Вырубите нахер, тут по рации говорят, а вы... Репит злой, всё. Там тоже не кипишуйте. Врубай шарманку. Вы хотите, чтобы меня на ютубе забанили? Но. Паша, они все делают. Паша, попрощайся с каналом. А как это, музыкальная пауза, блин? Да, на вечную. Да. Да, танк с РПГ, да? Или кого-то. Они там, похоже, вот никуда не собираются ехать, судя по уме. У тебя шевронка его поищет. Подождем. Он у тебя где-то вообще на подмышке. Паш? Че? У тебя шеврон на подмышке. Ты так сказал. Да? Угу, твой. На правой руке. Ну ладно. Так, кто там сидит рядом с Пашей на пассажирском? Ну я. Ну-ка слезь. Командир стороны требует. Я уже нагоел. Ты еще и мы аж первый. Че, пацаны, как там? Негр. Откуда вы? Кстати, у нигера шерстяной воротник. Тут про метку ничего вообще не написано, кстати, когда она обновляется, с какой периодичностью. Через 10 минут, Паша, написано. Ну, вон. Метка у него обновляется каждый день. А, 10 минут. Пилингуют. Понял. 10 минут пройдет. Ждем, Паша, ждем. Да, сейчас. Сюда, да. Сейчас скоро. У нас через 10 секунд. Уже вроде, нет? 10 секунд.
по 10 секунд. Что танк у нас неугомонный какой-то. Да там БР с этим Каркарычем, они сгорят первыми. Сгореть, их не знаете. Тут РПГшка, блядь, шушиги. Собирайте. Там танк нам не поможет. Через минуту, через 45 минут. А помню, метка обновилась, нет? А, да, точнее. Там жужжи двигатель. Можно их выбить? Нет, нельзя. Пожалуйста. Они нам еще пригодятся. А потом, если, когда вся... Шмальбак кает. Пипит, забирай. 25 секунд. Какого грузовика-то? Уже все забрали. 20 секунд. Может, вы сядете на места? Да не, мы не дернемся сейчас, нам еще, мне надо еще будет подумать. А я просто в машину минуты, сяду, да поеду, уже ждать. Я просто говорю, чтобы вы успели. Нет, я понял, Паш. 1-1-Б кто поставил мет? Не мы. Это не они? Возможно. Это я контрол держу. Понял. Все, обновилось. Да? Да. Она в каком-то странном месте. Она едет непонятно куда. У меня ничего не обновило. Обновилось, она к югу отстыкнула. По-моему, метка сместилась. Я поставлю метку. Вот, я метку брал, поставил. Сейчас гляну. Да-да-да. Все, вижу метку. Дайте 2 минуты. Ну это не факт, что они там сидят. Ну как не факт? Ну, в смысле? Но они могут на базу прорываться, возможно. К нам, да, везти. К нам идут? Я не помню, что там. Так, так ребят, еще для всех. Дальность видимости увеличьте по возможности до 4000. Как это делает? Весь в настройках, escape, весь в настройке. И дальность снизу. Только нам может в городе, скорее всего, лагать будет. Ну, уменьшать в городе можно, здесь оставить так. В город войдем, сразу уменьшать. Нуклеир. Я случайно. Как вы узнали, что это я? Сложно догадаться. Сложно. Там похоже, то ли это не военный, или клад какой-то. Чего? Нет. А я знаю, что это военная база, там бункер. Очень хороший бункер, и заборы очень такие плотные, то есть я знаю это место. Так, у меня 16 для отделения метки поставил. Чем нормально? Можем выдвигаться на метки. Чарли принял. А и в Москву через Владивосток? Нам за ехать танком? На машине? Ну, Паш, мы едем уже на свою метку, танк там. Сейчас сориентируюсь, где ты выезд. Мишки, взлетайте. Чат GPS есть. Мишка, можете взлетать, но пока город не залетает. Чарли выехал за город. То есть мы туда на конец карты прямо? Что ты говоришь, Паша? Я тебе метки рисую. Я добрый и хороший. Просто спасибо, Джордан, мы прёмся на конец карты туда, на запад. Да-да-да, мы туда едем по дороге, тогда забираемся на замок, туда будет работать. Кого-то убило? Да, что случилось? Как-то Паша говорил. Он труп, что ли? Или хер на дороге стоять. Я слышал это. Я вроде никого не видел. А почему мы такой кайф делаем? Чтоб нас не спалили, не спалили. И Паш, нам смотри, не по дороге езжай, короче, сейчас. Надо повернуть, по левке проехать лучше. Ну что, мы там, наверное, будем палиться. Так кто там будет смотреть? Да, вот и здесь. Только на скорость 45 км в час. Ну как раз приедем, 10 минут еще пройдет, и мы поймем, что... А именно там. Там еще здесь, это уже эмиссия кончится. У нас нормально времени, чую, парни. 90 минут. Ну они хотят быстро умереть, понимаешь? Это в КС переиграли, чуваки.
всю жизнь. Ожидание смерти торопились. Очень мучительно. Стартанул, понимаешь? Побежал, умер. Стартанул, бежал, вот, умер. Вот как ты хочешь менять, быстро или медленно? Мучительно. Вот, это не Counter-Strike, это эволюция. Ну или эволюция, да, украл, выпил тюрьму, да. На первый сервер зайти узнаю. Да, я не хожу в тот гадюшник. Вот. Там респанулся, долетел, умер. Респанулся, долетел, умер. Чарли, вы на позиции, прием? Так, точно. Господи, у нас что-то такое ощущение, то ли по крылу мы шкрябим колесом, то ли... Спешивайтесь и убегайтесь, на север город, прием. Так, а этот забор вообще где-нибудь дырка имеет? Принял, на север. Ориентировочно в район метки Чарли. Он же деревянный, не? А я не знаю здесь, он может... Сейчас мы газик себе сломаем, будем бегать. Я вот шаг лею. Метку на себя оставьте красную. Да он деревянный, ты че? Арма? Вон там есть проезд. А, нет, это город. Там, на связи? На связи. Там, где находится? Западе. Это, по-моему, подожди. Трасса идет, и мы не заедем. Шоссе, полос на которой. Понял. Во, кончилось. Ну, кончилось. Нет, это дорога покачивает. А нет, это поле какое-то. Это загон для скота. Тогда почему мы не внутри? А, Паша, где? Чарли, не торопитесь. Проверяйте свой путь, прием. 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 Я, кстати, потерялся, где мы находимся. Да забей. У тебя GPS же, ты че? Ну, у меня GPS. Вон дом, смотри, какой-то впереди, это там бар. Тогда сейчас остановлюсь, сравню указания, и мы поймем, где мы горим. Давай, Паша, скорее. А я даже знаю, мы на 10-й высоте, где-то там. Метку ставил. Да, а, у нас, кстати, в машине лежит это... На фоне, пусть ракета от Зула. А ракета? А Зула ее не выкинет. Я не знаю, кто вытаскивает. Ну сейчас выкинет, не забудьте, когда остановим. А чё у нас вообще Зур делает? У нас же мы... Если они её найдут. Не найдут? Не найдут. Аляска, а ты тут что делаешь? Сижу. Аляска наша. А, ваш, то есть ваша, машине две группы, да? Конечно, ваша. У нас не из нашей группы человек. Вова, Аляска, знаю. Привет. А как он оказался? А что ты делаешь, Аляска? В смысле? Я в этом, в отделении, в первом. А ты кто? Гранатометчик или кто? Там, подождайте. Стрелок. Ну, возможно. Чё, танк быстрее нас доехал? А потому что танк въехал не боясь, что его спалят, а мы ехали боясь, что нас спалят. Точно. Как всегда. В 10 километрах. Танк доехал, мы тоже доехали. Это называется паранойя. Так, Паша, смотри, давай сейчас дальше по дороге двигайся. Танк, двигайтесь за грузовиком, прием. Лучше паранойя, чем спектаторы. Так, давай здесь, Паша, направо поворачиваем. Блин. А, мы через край карта? Прикольно. Там старайтесь не сбивать деревья. Господи. Паранойя. Если вы на замке, то нам будет плохо. Кто там на замке будет что делать? Кстати, сейчас метка скоро обновится. Через минуты две. Так, тормози здесь, Паш. Зур выкидывать.
Танк ожидайте на позиции грузовика. Все, давай, высаживай своих. Пешком? Ну, пешком дальше? Пешком? Да ну его нафиг пешком. Давайте поедем. Пожалуйста. Мне это что-то напоминает, я вчера так же. Я вчера так же бегал со зданником по темному лесу в темноте. Паша, что базарить? Все, вы готовы двигаться? Выложили. Мы как бабки ворчим. А можно меня проверить на медицинское обследование? У меня что-то белеет экран. Паш, ты медика сам не стал брать, так что ты виноват в этом. Ну, надо тебе вколоть морфин. Пробую тебе вколоть морфин, разреши. Колесиком покрути. Колю морфин. Не двигайся. За шума драки нет. Ну вот вкайло. Наверное, помогло. Могу еще вколоть. Так, короче, Паш, смотри. Я не хочу умирать. Выдвигайте сейчас на позицию Браво. Вам нужно оттуда дойти. По зеленому маршруту, да? Ну только не двигайтесь толпой, а лучше как-то это. На большом расстоянии друг от друга старайтесь. Понятно. Все вперед. Контрольте, значит, чтобы замка вас никто не смотрел. Если что-то начинается, то двигайтесь, старайтесь. Есть понятно. На востоке город, туда заходите, там в домах приезжайте. Если меня сливают, заместитель нуклеера, если нуклеера сливают, заместителя, ну, пусть студент пусть будет. Двигаемся на 300. Метку пошлости обновить. Там метку на направление 340. Ненавижу некоторых. Кого? Некоторых ненавижу. Чё мы бегаем, а не он? Он же негр, он быстрый. Он отыгрывается на белом населении. Я устраивал этот маркизм. Сегодня же на форуме накатаю. Вот он орёт и нас палит. Чарльз. Хочу. Да. Ты чё, думаешь, ты такой же, как Джордан? Думаешь, после того, как занёс позицию в городе, отправь одного из двух наблюдателей в район Красного Круга. Значит, они разведывали, что и как. Только пусть они ведут себя очень скрытно. Приём. Пиздец. Понял, одного отправить, да, туда? Да, где-то пусть займет позицию в городе, так, чтобы его не было видно, но чтобы он видел, что там происходит на базе. Не, ну это я его приём. Понял, что мониторил красный цвет. Тут у нас какая-то земля крашена в красно-желтый цвет. Не, ну желтый-то еще ладно, но красный. Как будто там кровь, бля. Так, делаем привал, я метку на нас обновлю. Так что ли сломались? Браво, проверьте. Да, холм, замок, все там. Посмотрите, чтоб не было противника. Понял, проверим. Круговую займите все. Фиг. Если здесь будет враг, ты. Я попрошу меня забанить на год. Вот. Сейчас я замок посмотрю в бинокль, пока сидите здесь. Замки вроде. Ну, метка уже должна была обновиться, поэтому они все там. То есть она стоит на месте, да? Да, на месте. Че бояться, я не знаю, как будто они по всей карте рассосутся, когда им цель надо охранять. Мистеры рандомщики, они такие. Ну блин. Смотрю на замок, ничего не вижу. Врагов нет. Метка должна была обновиться уже сейчас. Метка не сместилась. Они, скорее всего, на военной базе. Здоровьем. Понял тебя, Паша. Занимайте замок. Скрытно. Двигаемся на 350, принял. Перебегаем открытую местность. Принял. Двигаемся. Какая толпа бежит, не бать. Да, не отсвечивая. Мне помогает бежать мой горящий пукан. Мне тоже. Мне или кажется, или вертушка, или... Это ворона. На 60.
там есть, да, у вертушек? Был, да. Видимо, показал. Так, здесь у подножия собираемся. Надо сейчас будет немножко отдохнуть, но все запыхались. Знаешь, настройки покруче, подождите. Пляска. Жопа горит, блин. Да. Так, идем на 20. Танк, ответь в табу. Значит, сейчас поставлю вам метку, выдвигайтесь на нее. Метку дал. Постукивает уже, делаем привал. А, по сторонам смотрим, не втыкаем. Буду смотреть под землю. Нужно подкоп делать. В Северную Корею? Враги повсюду, понимаешь? Джордан, Джордан, у тебя какая-то машина едет или что-то? Это танк наш движется. Танк понял. Танк на сеть. Свой. Это наш? Да, танк-то они не спают, на нас-то точно спать. На связи, Чарли. По 30 килограмм как карты. У вас обстановка? Танк на метке. А, сейчас подойдем к точке, где все товарищи на базе. Госдеп, пятая колонна, турки. Все. Да ты страшный человек. Да мне пиздец бомбит. Так, я думаю, мы отдохнули. Идем дальше. 60 возьмут. Советую бежать не на двойном дабове, а на одинарном. Меньше уставать будете. И не в присядку, а в стоя. Именно. Джордан, бегать будем сейчас в замок. Понял, Паш. Не торопитесь. Мы неторопливо будем бегать в замок. Главное, кучей не залетайте туда, Паш. А если вбить частоту ДВшки в КВ, она да, будет работать? Да, будет. Ага, спасибо. Телефон. Так, у меня стучит, мы в таком состоянии не будем штурмовать замок. Ты думаешь, что кто-то есть? Стоим, отдыхаем. Ну и лежим. Мне кажется, там нет никого. Да, конечно, там никого нет. Сейчас, если ты первый туда зайдешь и умрешь. Если там кто-то будет, то это просто чудо какое-то. Какой-то аудит между... пошел. Достопримечательности между... Да. Между тем, через 2 минуты обновится снова метка. Вы хотите сказать, что мы от этого вот и самого вот этого замка будем бежать? Да. Джордан, ты еще не понял?
Ты еще не понял, что когда мы там высадились, мы это будем делать, а? Ты не понял? Я не понял. Я просто много отвлекаюсь. Посвящайся теперь, господи. Джордан, я тебя проклинаю, но ты понял. Я... Блять, все, не важно. Он на видео пойдет. Чаны, большая, правила, глаза. Будет сейчас на печке и... Принято. Ему, говорит, припомни. Марш-бросок. Так, все, давайте быстро этот замок проверим и дальше пойдем. Но будьте внимательны, могут быть враги. Ага. То есть. А вход слева или справа? А вот без пони. Я думаю, слева. Давайте, да, слева посмотрим. Джордан, идем проверять замок. Замок по-любому строил какой-то. А короли что делают правильно? Ходят налево. Много ты знаешь. Пока на шепот перейдем. Разрешите нам строечку занять, там, в принципе, тоже высоко, можно что-нибудь просматривать. Ну и стадо. Сейчас маслом будут со стены не спрыгивать на нас. Чарли, поставь метку на стройку. Будет насмехаться над нами, ха-ха, ловки пешком 3 километра. Да. Изич. Обозначил на карте. Я уже запыхался. Занимайтесь. Началось, зашли в город, начались ваги, мил. Да, да. Нет, видимо, хороший открой. Будете заходить в тыло. Все-таки справа. Круто. Джордан, ты право это говорил? Это я, Чарли, я устал. Кто предложил налево пойти? Я застыл. Так, отдыхаем. Заодно сейчас город посмотрим. Я пока посмотрю город. Ми-24, ответь подальше. Ми-24, ответь с тобой. Симулятор бега полис. Как будто в Дейзи попал. Мишка на связи. А вот ты... Не уснули там еще, ребята? Да, видимо, осаду держал тот, кто налево ходит. Все принято, ожидайте дальше. На элеваторе возможен снайпер, который на 60. Да, ну, что-то мы вряд ли что-нибудь видим. Да, дальность прессовки фиговая, конечно. Ну, 4К, как бы. Я имею в виду детализацию. А ну, я поэтому сбавил, толку от нее нету, я до 3. Че, мы отдохнули? Давайте быстро его проверим и все, пошли дальше. Может, не надо, а? Ну... ну ладно. Давайте вас тут... это... я... право, у меня метка обновляется. Я просто не буду жить на карте. Чтобы никто не вышел. Ты пока следи, мы проверяем замок. Понял. Пошли в замок. Чарли, на наблюдателя тоже метку постарайтесь поставить. Принял вас. Это все чисто. Да неужели? Замок чист. Принял, выдвигаюсь. Паша, отдыхайте пока что. У входа собираемся, будем отдыхать. Нам разрешили отдыхать. Сейчас там наш КС придет. А можно ему в голову дать?
Ну, только с разрешения репита, разве что. И командира вертанка, и командира вертолета. Еще я должен согласиться. Окей, проблема. А потом? Ну, заморочиться может. Так и знал, у нас планет черный завит. Джордан, ты возле замка бежишь снаружи? Да-да, я бегу. Метку дал. Да, конечно, бежать нам прилично. Танк, новую метку для вас дал. Выдвигайтесь. Как принято. Есть. ПЗ, разрешите вопрос? Давай. А мы пешком дальше будем бежать? Хороший вопрос. Я думаю, КС нам транспорт не подгонит. Можно застрелиться так? Я уже отвечал на этот вопрос. Должно быть согласие всех командиров отделения. Штаб, это Чарли, дозорный Кейви. Это танк? Это танчик. Я с ним, наверное, Джордан наконец-то. Я его сейчас обмать... Не бежать еще нам пешком? По Францу. Танк, как достигнете своей метки, глушите движок. Вас не было слышно. Я так думаю, КС хочет сюда поставить танк, мы пойдем вперед, и танк будет настильно бить по этой хрени отсюда. А мы проверяли, чтобы здесь РПГшников шарных не было. Естественно, мы так хорошо проверили, что скорее всего здесь мог быть и РПГшник, и снайпер, и вообще кто угодно. Но это не на нашей совести. По нам никто не стрелял, все нормально. Джордан, а мы будем с этой вот позиции замка пешком бежать через аэродром, через поле, в том направлении пешком, да? Для вас сейчас придумаем что-нибудь. Замок. Ой, танк на месте. Принял. Просто у нас усталость такая хорошая, мы будем с передышками добираться, ну, минут, наверное, 5-10, может быть, больше. И да, кого мы ждем? Я сейчас пытаюсь найти позицию, которая будет танк обрабатывать вот эту базу. Давай, старшина. Разрешите еще спросить? Давай. Там, если в принципе, можешь пока бойцов оставить где-то в замке, искать выдвинуться на восток, на 66-ю высоту от замка. Либо где-то в районе замка тоже посмотреть позицию. Так, подождите. Джордан, еще раз. Можешь выдвинуться на восток от замка на 66-ю высоту, найти позицию для танка, с которой он может обрабатывать базу. Прием. Понял, проверить 66-ю, найти позицию, понял. Идем сейчас. Либо, Паша, выдвини двух-трех человек на северо-восток, от вас есть вилла. Выдвини туда их, пусть они ее проверят, может, если там. Понял, идем, идем. Пошлите, проверим на 66-ю. А с нее уже постарайтесь увидеть. Может, сначала базу, на ПГС работает, где находится. Да, да, да. АГС он там, не знаю. Нам позицию надо для танка найти, откуда он там будет бить. Походу. Наш штаб, а есть информация, снайпера у них имеется, нет? Да, скорее всего, есть. Ненавижу негров. Твои детки.
Сейчас шмальнет кто-то сюда, и СПГшка сюда сейчас стукнет и вас всех опрокинет. Мы будем рады. Я не знаю, я в Аллаху верую, если она нас увидит. Паша, на 70 от нас база. Я думаю, с виллы будет лучше видно ее, правильно? Вероятно. Не... У нас танки, мы для танка работаем. Неизвестно, отсюда может быть наоборот лучше бить. Надо проверять. Виллы может деревья быть очень вот, высокими. Паша, давай, значит, не всей толпой, но выдвини людей на эту виллу, пусть они оттуда посмотрят. Можешь сам выйти, оставь кого-то здесь. Так, остаетесь здесь, нукулир, пошли на виллу сходим, посмотрим домик себе. Парни, не палитесь, пой, не разбегайтесь сильно здесь. Лягте где-нибудь и все, и лежите. Да, остальные здесь на высоте зависайте, сейчас мы проверим виллу. Штаб, это Чарли, заметил движение маркера в сторону юго-востока. Там пока за маркером понаблюдайте, там вроде как двигается. 10 минут. Угу. Есть, скажи. Нарисовал, куда он движется. Понял. Почему за нами кабан бегает? Три танкиста и кабаны. Интересно. Картина была. Земля такая громкая стала. Прикинь, сейчас здесь снайпер сидит. Правильно? Ага, отделение два. Снайперов. И СПГ. Танкистов. Там под маркером только этот сидит. Угу. Так, вот если здесь танк выгнать. И он видит фигу. Вообще ничего не видно. Не, ну элеватор что-нибудь. Где мой РПГ? Блин. РПГ нет предохранителя. Окей. База сейчас. Там школа, по-моему. Да, вот это как больничка, да, по типу как. Да, если он сюда встанет, то нормально, в принципе. Да. Он прям эту школу да, вижу, там человек ходит. Где? Школа, больница, да, там военная база, потому казарма. В принципе, нормальная позиция. Можно не метку поставить. Поставь. Паша, ответь, Джордан. Слушаю тебя, что там? Я бы хотел. Точную метку. А все вижу. Да, просмотрели, тут в принципе нормальная позиция. Можно танк сюда поставить, да. Ну ты видишь эту базу? Да, наблюдаю. Правильно я понимаю, что база это школа какая-то там, или нет? Ну, больничка, школа, да, многоэтажное здание, на которое по лесенке можно подняться. Все понял. Ну, блин, там, по-моему, я на зиму... Я тоже наблюдаю, но не очень 95 там где-то. Как так. Думаешь, где он засел? Наверное, где-то на крыше, не, да? Меньше 90. Ну, как раз 80 где-то. На крыше не резон, у нас же Мишка. Я метку точно поставил. Просто если учитывать, что маркер реально ставится, что он где-то в центре маркера, то тут такое ощущение, что он непонятно где. Поле как бы. Хотя... 80. Мы, возможно, и не будем заходить, а возможно, что-то у меня подозрение сейчас твои слова вызвали. Так, мы ждем. Репит, это не школа. Твоя метка правильно стоит. Не, моя метка-то да, вот школа это, по-моему, вообще левая. Джордан, мы написали, поставили метку, где там можно танк поставить. Это, по-моему, знаешь, что? Чарли. Короче, Ви он там не видит нормально, ничего, он меняет позицию постоянно, просто на запад уходит.
я понял. Но он ничего не обнаружил, ни хуй ехать, ни противника, пехоту там, или что-то. Мы на нее смотрим. Нет, нет, ничего ему не попадалось. И одиночный выстрел со стороны. А ты там видел, да? Он давно слышал. Да-да-да. А элеватор это вон там. Понял. Сейчас может быть что-то. То есть они южнее, мы их не видим отсюда. Все, понял, понял. Паша, той позиции точно видно, да, базу нормально? Там деревья, конечно, тоже мешают, но как-то проютиться, попасть можно. Главное, что я понял. Ну, ребят, значит, смотрите, сейчас дождемся, пока наблюдатель Чарли найдет себе нормальную позицию, разведует еще раз, кто и как там, и будем уже выдвигать танк на позицию, которую поставил Паша. Джордан, ты танку дай две метки. Одну на 60, 66 и здесь. Если что, они будут перекатываться туда-сюда. И все. Я понял, сейчас поставлю. И ну, пусть ближайшие домики к вилле проверят, может там враг. Предпочтительнее все-таки, наверное, Паша твоя. Мне кажется, оттуда лучше видно. Вы там сами никакую пехоту не наблюдаете? Мы видели на школе, на элеваторе, там вроде какую-то движуху, но это довольно далеко. Понял. Не, на школе. Элеваторе нет там ничего. Просто они на школе. Так, ну чё, Паш, наверное, надо тебя с твоим отделением соединять, как думаешь? На элеваторе тоже можешь кто-нибудь. Ну, можно, только туда. Где? Ну пусть они, наверное, к тебе туда двигаются, вы, если что, через город пойдете. То есть с севера восток в город и дальше на восток. Стрельба, стрельба. Давайте к нам отделение, двигайтесь к вилле. Принят. Здесь собираемся. Там метка есть зеленая, на ней мы собираемся. Вот такой маршрут примерно. Понял. Нам там маршрут потом после вилле нарисовали. На связи. Чарли, смещайтесь западнее в город, не спалите. Какая мыльная, когда ложится, текстурки такие хорошие. Если спать, нормально. Боже, у меня стройка, ой, не стройка, а элеватор прыгал туда-сюда, лоды. Тройка? Мы на вилле. Ты сказал стройка? Не Паша, стройка, ты а элеватор. Да, а, туда-сюда прыгал? Да. Элеватор. Она понял. Прыгает вверх-вниз, вверх-вниз. Элеватор. Ну, кирпичный многоэтажный вот этот. Трубы, цистерны с трубой, хрень такая. С лесенками внутри. Справа, значит, а может это, типа это, полигонов меньше становится, да, туда сюда? Да-да-да. А, вот, все, понял. Все, прибыли. Отдыхаем, потому что сейчас нам надо будет двигаться. Если Джордан есть? Постарайтесь. Джордан, с вами не шел? Смотреть со своих позиций. Может что-нибудь yes. увидеть. Окей. И хорошо. Что надо? Браво, двигаюсь к вам. Чарли, ответь подальше. На связи. Наблюдатель занял позицию? Нам не грядет. Негр. Может, не надо?
Да, нет, он еще ищет. Принято. А зачем нужно мне игру? Ну вот, бежит. Могу открыть огонь. Так, танк, я вам тут на высоте магазин оставил от калаша. Вот если вы на нем остановитесь между деревьев, можете увидеть как раз по направлению, сейчас скажу. По направлению 81 или 82 между двух деревьев как раз можно будет пальнуть по ихнему там укреплению. Ну я думаю, вам придется деревьев пару повалить. Паша, палите, по-моему, здесь сильно. Как-то вас тут много. Танку можно двигать? Нормально. Ладно. Танк ожидайте пока что. Паша, сориентируй, где база, я не вижу ее. А, это Мишка, 80... нам продолжать спать или двигаться? 82. Мишка, ожидайте. Еще уже скоро, уже скоро, ребята. Джордан, на магазин, на калаша встань. С правой стороны. Я подожди, у меня FPS опять, наверное, где-то здесь. Скоро, меня очень лагает, скоро. Просто. Так, отойди отсюда. Кафирские глотки здравнут от ножей. Чё ты сказал, Паша, какой азимут? 82, 83. Вдали, там в деревьях. Сначала мостик у тебя будет, потом за мостик. Видно? Мостик, в смысле этот, ой, как его? Арочный. Ферменный. Да. Ну чё там, чё-то видно что ли? Там вообще кусок. Ну домик, твой. Видишь, кусочек, угол домика вон торчит. Не видишь? Ну я вижу, это чё, нормальная позиция? Да, так же, как и пешком 3 километра бежать. А лучше нет. Не, я с той стороны, я со своей позиции наблюдал. Его же перекосил. Больничку, но я не знаю, то это было или нет. А здесь-то вообще полный. Так же, как и бежать пешком. Да пешком чё нам на... А вот это, смотри, Паша, иди сюда. Смотри, Паша, иди ко мне. Че? Вот смотри куда, я смотрю сейчас на 75, смотри, вот там больничка есть и школа, это не то? Это не то. А, я со своей позиции вот это как раз вижу. А, слушай, я вижу, там на крыше кот сидит. Ну, мы уже даже видели его, мы же докладывали. Сейчас еще уточню. Ты глупенький ты такой. Кто на карте? Поцу снаряд зарядите, все, и нет его. Не, парни, здесь базу-то не видно ни хрена. Зато наблюдателя видно. Ну, еще часик поищем место, нормально, погуляемся. У нас, да, чё вы, парни, сейчас мы это найдем. Да Паша, ничего, это точно, блядь, та база, да? Ну, я сравнил позицию. Ладно. По карте, по направлению компаса, сопоставил, да, и вроде, значит, да. Сейчас. Метку. Джордан, самое логичное подойти к этой базе, в уплотную, попросить танк отработать хотя бы. Просто одним снарядом бронебойным. Ну, посмотрите, ну, куда он. Давайте, короче, это, двигайтесь как бы на север в город, сейчас начинайте уже. Я сейчас там сюда буду выводить. А, можно обратить? Давай, говори. А, вон там позиция есть, где вышка стоит, 45. Откуда? Чуть-чуть повыше будет. Давайте рожать быстрее. Да не, уже не стоит. Я уже родил. Паша, вы двигайтесь. Двигаемся на 40. Спускаемся на 40. Там ответить кому. Значит, выдвигайтесь на метку, норм позиция. Я здесь вас ориентирую. Норм позиция. На карте кто-то рисует. Ну, да. Врагов. Противоположная сторона. Пишите им то, что логи остаются. Пацаны там на тысячке уже, наверное, думают. Типа, мы уже сейчас идем. На точке стрельба. Сейчас мы все кончим. Вот именно. 90 минут. Кому? Ха? Просто стрельба. Пацаны шли пешком. Весь. Не, мы пойдем, там минут 20 останется. 20 минут на штурм, это, блин, смешно. Непонятно, может, получается. Это норма. Понял. Значит, репит, смотри, надо, чтобы появил, ставил метки на противника, если ты увидишь, чтобы он их обозначал на карте. Что?
А, сейчас время не закончится, миски? Нет, нет, время еще предостаточно. У здания будем с РПГ расстреливать. Танк, все, тормози. Пукана моего. Командир танка, выходи из него. Так, и слева входим, да. Танк, тормози, тормози, все уже, все. Стой. Выйди из танка, я тебя сориентирую, выйди с него. Здесь через дворы можно взять. Нас прослушал. Учись. Ты меня чуть не сломал. Ну, типа по дороге. Открываешь ты дверь на ключ? Ага. К дверям не подходить, пока он откроет. Пусть сам помер. Слева, 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 лево, 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 лево. Если на элеваторе кто-то есть, он нас по-любому уже, наверное, заметил. Еще я уже. У домика впереди вот этот с погрузочным этим конвейером собираемся, отдыхаем там. Там зуб. Ух, я боюсь, я не бегу. Казарми на потерял. Базе открыты двери. Не докладывай, кандидат. Понял. Сейчас мет. Танк, пока не работать, пока не работать. Без команды не работать, прием. Окей. Чарли, мы на позиции. Берлин. Принял, Чарли. Там, смотри, может, еще дошли там до места. Корпус влево разверни, там. Сейчас я посмотрю пока, как мы пойдем дальше. Увидишь меня, езжай на мою, где я сейчас стою, вот сюда выезжай. А все даже лучше видно, стрелку. Ну, сейчас ты берешь, повалил, конечно, ничего не... Вот, да, вот да, справа можно пройти здесь. Между двух заборов. А, и читал нормально, да? Не видно. Okay. Не, по дороге лучше не надо там. Слишком широко. Хотя по дороге можем пройти. Смотри, 85 азимут. Край здания все так же видно. Чуть лучше даже. Работать? Нет, не работать, ребята. Просто готовьтесь. Вы видите, да, что? Каркарыч, подтверди, что видишь. Елки мешают плохо. Ну, что там со суставостью? Видно вот этот кусочек. Нормально. Ну что, довинули туда по дороге? По дороге все. Оттуда я. Да, 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 да. И потом направо к забору бетонному. Браво, ответь, через дворы пройдем. Движемся. Понял. Как будете готовы занимать позиции, танк будет работать. И будете штурмовать. Три. Чарли, то же самое, занимайте позицию для штурма. Кажется, слишком толстый, если там не залезть. Принял вас. Давай, боец, скорее. Нет? Так, вертушка, заводите движок, готовьте к взлету. Принято. Дальше, нахрена в городе 4 км у него? Потому что Джордан мудак. Значит, вертушка для тебя задача. Сделать обидите проход человека над зоной, отработать на армии. Он дальше обидел уже по желанию работать. Могу. Прям сейчас начинаю ошибаться, но вроде слышал тех. Дальше танк может быть. Готовы работать? Минуту назад. Нет. Когда? Да, значит, ну, танк, выходите на позицию, находите опять эту край здания, по которому будете работать. Как будете готовы, доложите.
Вертушка, сейчас танк будет, танк займет позицию. Забор здесь двигает, кирпичного вылетает собираемся. Уже работает. Сейчас под забором только взять и там отдыхаем. Танк, как будешь готов, скажи? Надо немножко отдохнуть. Паша, вы готовы штурмовать? Нет, мы еще идем и устаем очень сильно. Понял, тогда отдохните, давайте 2 минуты отдыха. Почему он так звонит? Я думаю, что лучше сейчас зайти с южного направления, где вот дорога идет по полукругам, потому что наблюдатели, судя по всему... Стекляшка, да? Да-да, там стекляшка. Ой, так я ее вообще нашли, я ее вообще хорошо видел. Все, отлично, отлично. Что? Ребят, ждем. Техника, готовность у вас? Ждем пехоту, когда она выйдет. Можно, но сейчас не надо. А у нас вертолет-то работает? Да. Работает, если стреляет? На 180 или... идем. Или тоже по городу? Вертушка уже сейчас готова будет работать по хрени. А, она еще не начинала, окей. По вертушке стрелка кикнул. Сейчас я посмотрю бинокль, подожди. Говорит Мишка, у меня небольшие проблемы, у меня вылетел стрелок. Стрелок зайдет через какое-то время, я надеюсь. Ну, я он на больничке торчит полукруглая хрень на надстройке, что там непонятно. Это наблюдатель, ну, ладно, наблюдатель, нога. На белом, на белом. На постройке, на вышке. Да-да-да, где лесенка? Вот цистерна, над цистерной, вон он, шевелится. Метров, наверное, 350. Все вышли, посмотрели, спалились. Пацаны, вы чё? Да. Джордан, мы сейчас метку дам. Мы со своей позиции наблюдаем наблюдателя на больничке, на настройке. Как он? А, кстати, кстати, это АВ, слышите, отбой тейлоги, это АВ. АВ? Да, АВ, АВ. Что за техника на нас идет? Алло, база. Вы нашего наблюдателя наблюдаете? Высадились два типа. Да, скорее всего, наши. 140. А, Джордан, уточни, на нас танк идет наш какой-нибудь? Повтори. К нам танк наш движется, техника какая-нибудь нет, движется к нам? Нет, наш танк стоит на месте, наш танк стоит наш на танк месте. Стоит на месте, танк стоит на месте, понял. Вот он, 140 прям, пацаны, стоит. Движение. Че там, че? Ой, ебать. Ебать, это ПЗРК. Это готовки, человек с ПЗРК. Человек с ПЗРК. Снимайте его нахрен. Да, да, да. Это мы видим наблюдать, мы видим ПЗРК. Убиваем. Убит. Убили, убили. Не убит, не убит, не убит. Не убит, не убит. Другу принесите, блядь, не пихи мозг. Работаем по базе, штурм, ребята. Трубы, там кумулятивы, ё-моё. Право, Чарли, штурм. Джордан, правильно? Ну смотри там, куда я тебя ориентировал, работай туда. Движемся туда, к заправке. Надо его убрать, потому что вертушка сейчас появится, надо его срочно убрать. Право, ответь. Наблюдатель на больнице, палец. Там правильно работает, прием. А, все, принял, принял. Принял, принял. Мы сейчас убираем ПЗРКшника и движемся дальше. Пришел, видимо, внутрь. Ой, нет, она сейчас правильно работает или нет? Не можем не сказать. Савы, свяжись. Понял, понял. Чарли, ответь. На связи, идем на заход. На связи, Чарли, значит, эй, скажи, вас, может доложить, танк правильно работает или нет, по большому. Поехал. Заправь, ты ему мешаешь. Это вдушка, вдушка. Ура. Пусто. Блин. Сдохнуть. Отлично. Сидели,
полчаса, 40, больше полчаса, час сидели, нихера не делали. Да. Взлетели. Не час. Взлетели, летели. А вы сгорели, да? Да, мы взлетели, заход пошел, пиу, пи-пи-пи-пи, мы уже падаем, все. Бывает. Если бы не деревья, я бы сейчас падал. Но хер. Там, не знаю, там уже были готовы. Со стороны аэропорта душка, наверное, была. Откуда нас еще сбили? Нас сбили со стороны аэропорта. Мы рядом с ним как раз пролетали. Так вы посмотрите наблюдателя, где находились, где зеркашник. То есть они все правильно сделали, разместили силы. Все грамотно сделали. Да уж, ну и поиграл. Ради этого сидеть нихера не делал, блядь. Блин. Так, блядь. Я думал, что все кто-то шоп ставил. Господи, у меня так шоп. У меня еще и интернет дисконнектнул прямо посередине. Сейчас, следующее будет. Все нормально. Неудача. Вообще было зверка. Вот, все нашел. Это было, по-моему, Аздоник. Что было Аздоник? По тылам шарится. Потому что рядом с аэропортом я больше никого не вижу. Ну да, тут больше никого нету. Это был Аздоник, один заход, все. Ой, господи, лучше бы я не сабил. Слышишь, бы я в пехоту пошел. Да не говори, я вот пошел, вышел на отделение по зеркашнику, сразу убили. Нас, по-моему, Гонзы вынес, нет? Нет, там краб был, скорее всего, краб. Просто у него за спиной стрела. Ну, краб со стрелой был. А что такого? Ничего, я ничего, я просто говорю, кто убил, кто не играл. У нас у всех стрелы были. Еще Зуха была. Зуха где? Сгорела. Она прям рядом стоит, тесно. Рядом с нами? Нет, она сгоревшая. Ну хотя бы Зуху сожгли. Это, кстати, сенокосилка такая, газонокосилка, вообще дикая. Единственное, что я услышал последний по ДВшке, это заход пошел и все. Пуск. Джордан, пуск. Пусть надо было вам... Ребята. А вы откуда заходили? Со стороны аэропорта, да, понятно? Да, мы там... Надо было вам с города заходить, с моря, там само нормально. Мы час с лишним стояли возле Кирсерберга. Угу. Там никого не было, потом резко залетаем, опа. Только, он только немножко пролетел, не знаю, метров где-то 200-300 уже пролетали, все. Путь идет, Джордан кричит, нас уже забили, все красное. Я кричу, прощайте, ну, пацаны. Вы висели, мы гуляли по лесу. У нас не ничего. Мы висели? Мы сидели вообще на жопе. Ну я говорю, вы хотя бы сидели, ничего не делали. А мы бегали. Ой, господи, надеюсь, следующая метка будет получше. Всего лишь сейчас прошел, даже на два будет. Да нет, у меня такое ощущение, кстати. Следующая миссия, там, в принципе, получше будет. Шон будет. Хотя если вы, конечно, если захотите. Чего вы так долго ждали в этой атаке? Как необдуманно. А чё Джордан танк сразу пустил вперед, я что-то не понял. Мы столько времени убили на то, чтобы найти позицию, чтобы все проверить. Теперь танк здесь вообще просто приехал. Жесть. Сколько нам отработал, когда мы Зушку выбили? Ну, там разные люди были. В том числе Краб, там Гонза, еще что-то кто-то был. Такое ощущение, то, что своими не убили. Не-не-не-не, там они с калашами тоже. Это вы на дороге валяете, что ли? Да. Вот я вас убил, просто ко мне прибежали, начали тут стрелять, почему? А мы по этой, по Зухе начали работать, увидели Зуху, причем испугались. Я был обстрелян, но меня почему-то никто не добил, ничего, просто прибежали рядом со мной начали работать.
Джордан наемник чернокожий завтра. Да. И ему проплатили. Плюс он еще. Аздоник проплатил. Да, да, да. Скринбан. Кстати, озвучка, когда это расплачивалось, все-таки правильно. Мы, да. Если бы мы зашли с этой стороны, то нам бы сразу жопа была. Мы бы и так слились, давай это... Весело. Вам по-хорошему вообще, на самом деле, работать было бы удобнее из города, вы зависли бы за одним из зданий. Высунулись, отработали, засунулись бы. Не, у меня была проскочила мысль, что они зуху поставили вообще где-то в городе. Да даже в городе. Она пока доедет до вас, то все там вы уже, грубо говоря, летели. Отлично. Снайпер был. Топ-гейминг. Где вы были-то долго? А, Джордан ясно. Спросил. Они в каком-то бункере вообще сидят. Фабы решили бы проблему. Сейчас Бонзай, наверное, танк отработает. Да. Да. Бонзай танк отрабатывает сейчас будет. А он не отработает его. Забор мешает, да? Ну, только в башню миллиметраж. Или друг. Вэлка сейчас. Давай. Да. Похуй. По-моему, ничего не получилось. По-моему, вообще пофиг. Да, башня? Да. А, нет, еще живой. Может был... Валите оттуда, че вы встали? Вам отработали. Я мёртв. Ребята. Я мертв, меня выбили, я стрелу. А, выбили, да? Понятно. Вера живой, не без сознания. Понятно. Че он говорит, то что одна РПГ-ха? Блин, я как дурак, да что-то... То есть водителя нет, там столько стрелок, да, сейчас? Нет, стрелка убили, водитель там. А, как убили стрелка, если... Ну ладно. Башня открутилась, да? Арма, ладно. Нет. Блин. Да. Нет. Чё за снайперопом не стреляли? Не знаю. У Джордана чего есть шанс умереть? У нас потому что командир стороны был Джордан. У него был дикий план обойти по карте. По краешку. Чтоб, не дай бог, нас не заметили. Жалобу же можно подать на школьников, да? А что там со с ними не так? Ну, есть такой человек с ником Energy. И че? Ну ты помнишь прошлую миску, где еще вертолет летел? Ну, нет. В прошлом, по-моему, не было тогда. Нет, Паша был. Паша был. Тогда еще вертолет. Мы должны были вертолет уничтожить. Когда вертолет один взлетел, улетал. А, ну. Это вот был этот школьник Energy. И че? Слышно, на него подожжал? Не только по раунд в люк бросает, что ли? Он уже один раз и камикадзе делал на вертолете, прям врезался. Где? Когда? Что случилось? Все. Давай. Раздуник умер. Давай умер Джордан. Джордан еще не умер. А он не умрет. А он мужик, поэтому не умрет. Говно не тонет, как говорится. Что случилось? О чем вы говорите? Раздуник умер. Умер Раздуник. Раздуник. КС, снайпер, РПГшник. Да. Пулемет. Собрался. Плейбой, мизантроп. А танк-то все выбили полностью? Как четыре человека разом умерло, когда Зушка выехала? Что там как? Зушка, когда Зушка выехала, почему четыре человека сразу умерло на дороге? Потому что краб... Смотрите, наш подходит. А, это краб с ПЗРК был? Да. И четыре человека его не могли убить, пять. Да. Они по мне даже не видели. Я его не видел. А, аудитория, давай. Тащи. Дронов не хватит. Это кто там тащит? Аудиторию. Гранату. Молодец. Четверых, да, по-моему?
Что там произошло-то? Бомбик. Кто даже застрелил? Как он всех? Красиво. Я туда стрелял, вроде бы двоих типа выстрелил, хрен. И Мальбу тоже. Почему вот наш заянщик? У нас этот перевязался не работал. Нет. Мы друг друга начали. Пацаны, вы нас долго ждали? Нет. Вы даже не думали, где мы? Сейчас целый, да? Ну ладно. Я думал, вы соскучились. Да вы вообще что-то быстро начали. Быстро. Поторопились. Так, студент штурмует, сейчас будет штурмовать студент. Граната, наверное, сам себя убьет. Да чё? Чё у меня с камерой? Студент затащится на камеру. Я его еле как от себя отогнал, потому что я без ног. Господи, зачем я сейчас... Сглазили. Инфаркт. Нафига он сюда жизнь взял? Он же раненый. Я сглазил человека. Я же говорю, в армии одни пилоты и снайперы. Ну точно. Без рук. Больше ролей нет вообще. Вот в третьярный. Там ролей побольше. Это не Калгас, это какой-то, блин, ядерный бункер. А Иванчик вообще без сознания получается, в глухом причем. Ну так уже, наверное, минут 15 лежит. Наверное, уже не встанет. Я бы на его месте перезашел бы или респаун сделал. Я ее забанили бы. Если честно, я не понял, как я умер. Я не умер, точнее. Меня полмагазина, наверное, выставили, а я такой живой, здоровый. Странный спитер, просто ляг и смотрите, все. Нет, он что-то туда-сюда. Ты шо, Жик? Эти, Питер? Как его там? Калгас. Вы бы хотели в том Калгазе работать? Да, на этом здании написано Калгас. А на входе написано Колхоз. Спитер просто там не может спокойно сидеть. Какой-то бункер странный. А зачем там ангар под самолет? Ну, это ж Калгас. Надо же куда-то зерно складывать. А забор там советское зачем? Советское наследие. Чтобы зерно не украли. Ну да, ясно. Зачем взвод КГБшников? Зачем взвод КГБшников на входе? Это уже отдельный вопрос. Не, ну место хорошее. Угу, я да. Вначале плохо думал, что не выйдет, но походу, наверное, сейчас даже... Нет, выиграет. Это место, там бункер, а реально бункер. Там, не, видишь, тут там есть, если один, по крыше попадут, тут есть один все. Прикол. Вот эти крыши, которые вот, ну, которые стоят, типа, навесные, их, да, можно взорвать и там прострелить. Но вот там, где сидит этот Денпро, там не вариант вообще. Там текстура полная. Денпро гранатами обложился. Ну так. По моим заветам. Дэн Про его убить надо, да? Да. Mm-hmm. Ну да, его хрен возьмешь. Москва, Воронеж. Все в этом духе. Ну если бы мы шли час, 5 километров, то... А чё вы так долго к нам шли? Потому что Джордан мудак. Вот почему. Он высадил вот нас, вот где шоссе на западе начинается, видишь, да, такое двухполосное. Вот мы оттуда шли пешком, мы сначала замок проверили, думали, Джордан приказал проверить, может там кто-то есть. Потом мы еще минут 10 искали место для танка, и только потом вышли в город. Мы искали подводную лодку, как финны, да, там, или да. Что-ли, искали в своем заливе. Да, нет. В прошлом году искали... патрули их на лодочках резину выпускали, нашу подводную лодку. Норвежцы, не помните? Шведы, да. Да, на шведы, да. А кучу бабла просадили. Да. Может, мы тем же самым занимались. Джордан еще такой подходит и говорит на ушко так, тихо, видишь суслика? Я такой, нет. Он такой, а он есть. Иди ищи. Видишь, Джордан, это, видимо, нравки. Да пошел он. Пусть сам бегает, лутирует. Один. Да и... Вот это он сейчас и делает. А посылать людей на такое, это, блядь, извращенство. Студент увидел кучу трупов.
И сейчас опять пистолет на него пойдет. Так это, он морфин себе пулит или нет? А нет, ты же не разделал, чтобы можно было морфин. Да, ставить. Кстати, зачем ты это сделал? Что? Ну это ж твоя миссия. Студент? Напихал можно. Студент. О, красава. Это, теперь... студент на меня 4 бинта израсходовал, чтобы мне эту кровь остановить. К слову о том, как я не умер. К слову о том, как теперь они зайдут. Да. Да там вход вроде есть. Через этот, как его? Через крышу, по-моему, как можно. Нет, вон, синее здание. Синее здание, да. Но там такой вход интересный. Вы что, там мин? Ну, почти. Насрал. А, ну да, вижу один, одну взрывчатку. Ага. В синем? Да, в синем, под лестницей. А она же не... Так, кнопка где? Кнопка, да. Они что там, планируются, собирают? Аздоник, где кнопка от этой мины? Кнопка в зайке, зайка там, в этом... А у имя у этой зайки есть? Такая большая зайка, я тебе скажу. В меру упитанная зайка, ну да. Блин, самая подстава с прайсом, вон там, бот Джекуквакпи. У него что-то с Ростелеком, короче, работает на вас, видимо. Ростелеком работает на Газдеп. Да вон аудитория пробирается через развалины. Так почему тут аудитория? А, он тут дышит головой, займёт. Слушай, да. Хай, хай. Спитер сейчас выйдет. Живой, ты живой. Он живой. Его жир не пробивают пули. Просто не пробивают. Они, вы поняли, они пули отскакнули и убили по аудиторию, потому что я не видел, как он стрелял, что прям в него. Нет, нет. Ауди все. Шок-сенсация с Пипертолс. Сколько я минус 5 сделал? Ну ты красава, да. Да, да. А Джордан живой, радуется. А я Джордану сказал... Кидает гранату, Тим килит. Ты с ним сейчас говорим. А, я побежал же, я, короче, влетаю там за горой четверо. Вот Спитер такой... говорит, я вот так поставил машины, что никто не зайдет. Угу. Я забежал. Ну, а тут Питер а обломки горка сделали и хоп. Так надо было... Сейчас меня выкинет. Надо было поставить так, чтобы это, ну, боком обе машины. А чего вы колеса не сломали? Можешь же отъехать. Спитер, спроси. Спитер. Спросил? Я тут подумал, а если Спитера полетит снаряд от РПГ? У вас хочет обратно? На вас есть. На вас есть, да, правильно. Он же спасет его, да, потом он выпадет на момент. У Бонзайского игра. А, вопрос, где вертушка? Как? Не надо, я не хочу об этом, это больное. Пожалуйста, не надо. Она зур прям словила лицом. Не надо, Доник. Целый час ничего не сел. Только... Спасибо, Джордан. Я ею скалгаза подбил. Кто подбил, Ворон? Ты? Да. Скалгаза, который высокий элеватор, да? Это щель, там, знаешь, это, ну, небо, обочка, потом вся эта щель заплыла вертолетом. Ворон, а я это... знаю, ты меня отомстил. Который высокий элеватор, Обаму да? Охраняли. Наверное. Когда я тебя сбил. Окей. Okay. Смотрите, Джордан угадал. Оп, есть. Двоих. Бонзай зашел в шоколад. Отлично. О, наконец-то он умер, а? Наконец-то, Джордан, тебя тут не очень любит, короче. Уёб. Откуда нас вообще? Жалко, тебя не убил. Ну-ка, объясни. Ты должен что-то нам объяснять, Джордан. Ты. Не, ну-ка, чё, какие претензии? Какого хрена мы целый час бежали пешком и почти отспавнили? Ой, ещё один! Давай, я не знаю, какого хрена вы целый час бежали, а потом все в одной куче сдохли. Ты то есть не знаешь, почему мы целый час бежали? Не знаешь, чей это приказ был? Нет, я не знаю, почему вы, я еще раз говорю, сдохли целой кучей в одном месте все. Ну, в следующий раз ты можешь сам побежать там. Хотя я вам целый час говорил, держите дистанцию между своей кучей. Блин, хороший спот, хороший. Я, блин, думал, будет плохой, но оказалось... Почему вот я на сейчас твой вопрос одного, будет почему ответ я сейчас в одного записи смог зайти стрима до базы, а вы не смогли как-то погибнуть.
Ты ответ будет на стриме. Ты там про себя много нового узнаешь, Джордан. Посмотри, честно. Давай, давай, расскажи. Нет, я ничего не буду рассказывать. Посмотришь стрим. Там все ответы есть. Мы так тебя вспоминали хорошо, все когда бежали, да, в глазах темнело вот это все. Интересно, а если он сейчас РПГ долбанет в это здание, там все взрывчатки подорвется? Нет, он детонирует. Нет? Нет? Нет, я Паше сказал, что отдыхайте тогда, мы будем вас ждать. Сейчас последняя моя команда выдержит. По радио какая была? Нет, я сказал, двигайтесь к базе вдоль города. Потом ты сказал, мы типа все устали, я тебе сказал, давайте 2 минуты отдыхаем. Сейчас хьюмор, это 2 нет, это не это было последнее. Я последнее сказал, мы наткнулись на ПЗРКшников. Ты сказал, значит, что ты сказал? Ты говоришь, я вижу ПЗРКшника на крыше, мы его убиваем. Я это принял так, что вы сейчас будете стрелять по нему сразу же, и приказал танку работать. Да, мы по нему сразу стреляли, он ушел, мы пошли его добивать, чтобы вертушку не сбили. Но к тому моменту мы не знали, что вертолет уже упал. Как вы так не попали, я не понимаю. Это не он сбил вертушку. Да. Но тем не менее. Ну, тем не менее, мы вышли на целое отделение ПЗРКшников с Шилкой, с Лушкой Муравом. Да. Какие-то аутисты пытались бомбить. Я вам, ребята, сказал, двигайтесь по городу осторожно, не торопитесь, я вам целую игру это говорю. Это ваше дело, что вы сдохли все вместе, это не мое дело. Как играть, я должен за вас учить играть, что ли, еще? А увидел, как постит, по-моему. Команда... Увидели. Они увидели бастит. Где там валяется? На входе и под лестницей. А, о, нашел. А, где это детонатор? С Питера. А где Питер? Детонатор? А с Питера в сундуке. Наугад взорвет. И дистанция большая, по-моему, не взорвет. Подбежит и взорвется. Ну все, аля-уля. Если они выйдут, проходят там сработать. Напиши ему, чтобы взрывал. Не надо. Не надо. А ну зачем? Да какой-то увидит, точно взорвет. Такого как странно, да. Я эту гранату пытался. Блин, с Питером там взорвать. Граната взорвалась. Взрывай. Я эту гранату как-то пытался взорвать. Ок, Саня, что происходит? А ее не обезвредить, по-моему. Да, она намертво. Не, ее можно обезвредить. Безвыходная ситуация. О, тут целых еще одна есть на внешней стороне. Иванчик вздох, что ли, уже? Да, под Аркадием еще одна лежит. Лежал. О, обезвредено. А как еще одна не взорвалась? Под Аркадием лежит. Там Аркадий упал. Это он разминировал. Менюшка исчезла, и он взорвался еще одна. А это там еще третья лежит, вот под Аркадием. Вот как. Вот в углу прям. Торчит. Почему она не взорвалась? Вопрос к Арме. Арма, что ты делаешь? Прекрати. Вот когда мы. Ну взрывай, Спитер, ну ты че? Ну блин. Народ что-то там кричал, то что проверьте этих выживших там дымами за такое. Сейчас он тоже даст. Я, короче, с крыши завода стрелял, там какой-то человек с пулеметом просто катался и умер. Чё, вы понимаете, там враг, у него взрывчатки это еще миллиард. Там целых две валяются. Две трубы. Да, оп, вовремя убежал. Стоп, а одного не обезвредили. Нет, не убежал. Он умер? Аркадий, да? Опа, еще Аркадий сейчас. Что за пиздец творился? Обычно. Биг полябум. Сначала нормально, команда бегали, потом хуяк все каждый. Ай, я на крыше, бегите сами, блин. Паника? Ну. Не, какие претензии? Дынчика, короче, геймплей самый прикольный. Не, мне понравилось, Паш, надо почаще эту миску ставить, она тебя проиграет, блин, почему очень сильно. Очень, да. Мест где спрятаться множество. Да, карта хорошая. Угу.
надо выпилить либо вертушки, либо ЗРК, потому что в таком количестве, то есть избиение просто вертухи. Так там всего 3 ПЗРК. Очень играбельно играть на Мишке, потом взрываться. 3 ПЗРК, 4 ЗУРа. Да не знаю, играли когда с Мишкой, она там нормально работала. Главное... А потому что мы вытесни... экипаж отделения кто-то с ЗУРами ходили, они некомпетентны, мягко говоря, были. Нет, тогда просто накрыли как раз первое отделение, как раз так, Тот еще деморализованы были из-за того, что сейчас ничего не делали. Дыман еще. Давай. Он сломать пытается дом. Аркадий? По-моему, этот дом он так не сломается. Хотя. Так вот кто медик, Аркадий. Вау. Задымил, чтобы можно было зайти спокойно. Полутать. Довольно странное решение от Спитера. Полутать можно было. Нормально. И убежал. В закат. И убежал. А, и убежал? А, он за БК пошел, понятно. Он выкидывать сейчас будет, видимо. Тут же у нас миллион гранат. Он сделал приманку и убежал, ну точно. А вы только у меня валяете, либо вас тоже? Валяются. Всегда. Тоже не боится. Быстрее, Аркадий, сейчас дым пока есть, есть. 20 секунд тем временем. Да понятно, уже все, по-моему, у меня все. Почему 95 минут же? 95 же минут. А, 95? Да он еще может это зарушевать. Может. Так. А хочет ли? Прайс зашел только вот. Я бы не хотел, я бы домой пошел. Да вот, блин, мы карту тут не знаем большинство. Вылезли. О, а вы привет, да чувствую. Я зачем ее знать? Привет. А вы? Здрасте. О, вы нашли волк. Он стек кровью? Нет, нет, меня добили, что-то я очень долго умирал. В смысле, истек кровью? Ты не хотел. Пришел это... Прайс. Нифига там окна толстые. Угу. О, Аркадия. Да-да-да. Вот эти блоки стеклянные. Еще один сачал, снаружи лежит, я мысли. Причем, не читерские эти блоки, снаружи через них не видно, а изнутри видно. Кстати, да. Из зеркала сделано. Тренировка, да. Банти блоки тогда. А, точно. Это бан. Это бан. Скрин. Дистанский зовут. Вот отсюда, кстати, ой, дурак, мог оттуда пострелять. Угу. Он у меня вообще из окна выпал. Жить надоело. Это нормально, то, что сквозь них дым даже не видно. А, видимо, через них, да, и юнит вообще не видно. Через них, видимо, вообще юнитов не видно, да. Всяких объектов. И дым что-то очень долгий, мне такое ощущение. Нормально. Нет, он еще не накидывал. Он накидывает. По крыше, по ним. Додумается, интересно. Крышу обрушить. Да зачем? Оп, все, он Спитер видит. Спитер видит. Как Спитер не видит? Воу. А как Спитер не видит? А, ему пулемет дверь загораживает, точно. Это ж Спитер. А сейчас увидят ноги. Сейчас ноги увидят. Ой, сейчас что-то будет. Давай, задави пулемет, ну. Ладно. Я реально сейчас ноги увидят. Я потом стоял. Пришел в эту дверь. Навести спину. Да, Аркадий сейчас сам себя убьет, чувак. Спитер помогал от дыма. Че туда? Все. Е-е-е. Вверх? Без комментариев. Паша, останься. Идем еще ниже спустимся. Ну теперь объясни, что у вас было там. Ничего у нас не было. Ну как вы пошли? Пришли, напоролись на группу бойцов. Умерли, все. Ну как так-то? Что все в одном месте, я потом увидел, я охренел. Я сказал, приказал атаковать.
уничтожить ЗРКшника. Мы вышли, там сидела группа ЗРКшников. У них оружие, наверное, да? У них там ЗУшка. На стриме посмотришь. Так, не, Паша, а зачем вы толпой-то полезли? Потому что нужно было быстро убить, а можно убить быстро только толпой. А поодиночке сливать, это слишком долго. Ну а почему на меня такие-то стали наезды? Потому что долго шли. Ну что долго шли, зато безопасно шли. Или надо было приехать и... Ну, было, чтобы было... У меня другой вопрос. А почему мы столько времени тратили на поиски позиций для танка, а танк внезапно начал кататься по городу? Меня вот это вот очень сильно удивило. Танк отработал, а потом что ему там делать? Я думал, что... Я, видишь, не знал, где... То есть...